всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бульбазавр Фликс. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Пацаны, сегодня все будет по-честному, без выхождений. Можете отпугивать меня светом, который у вас есть кнопки, можете одевать маски и как-то выживать. Но ни в коем случае вам выходить нельзя, потому что я псих. Я буду свет видеть, и когда вы его будете включать, я сразу буду уходить. Окей. Только меня дверью не прищеми. Оп, видишь, я увидел свет и ушел. Сейчас разогревку сделаем, посмотри, как пацаны будут играть. Долго сильно нажимали пацаны кнопку. Надо было быстрее. Вы видели, я стоял? Надо было дверь закрыть. Так, тут свет горит. Там, где горит свет, я подойти не могу. И тут горит. О, отключили, мигают. Это вы азбуку Морзе, пошел в жопу. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. А, свет горит. Кстати, вы этого света не видите мой скин, и это есть большой плюс. Надо скачать какие-то новые пилпаки, но нема новых пилпаков. О, отключили. Закрыли. Так. Убил. Блин, не хотел. Не хотел. Но получилось так. Так, пацаны, я стою с правой стороны. Так, так, как же подойти? С какой стороны им подойти, чтобы они меня не видели? О, я сейчас с одной стороны NPC поставлю, а с другой стороны сам подойду. Жирно придумал? Не? Не-не-не, давай сам. Миша, все фигня, давай по новой. Ой. Что ты не то подожевал? Да я не то нажал! Так, NPC. Мы сейчас будем ставить NPC-шек реально. Ой. А у нас есть какие-то прикольные NPC? Я знаю, надо не NPC поставить, пацаны. Надо поставить NTT. Да? Ну да. Ушел. О, видишь, мой кентуха пришел к вам. А, блин, ты кентуха, дурак что ли? Эй, он меня мочит. На той кентуха. Кстати, я обратил внимание, он забрал всего у меня 1000 жизней, так что аниматроники не всегда убивают сразу. Свет включили. Знаете что, надо карту, где можно отключить электричество, чтобы вы не могли дверь закрывать. Знаете, какой челлендж, типа прожить 1 минуту без света. Ну, такая карта есть. Да, мы, кстати, ее будем использовать. Зря, я поставил Golden Freddy. Ого, навоняли. А чё нас не дамажит? Так, давайте мы его кого-то возьмем. Мы возьмем. Это что за там зеленый газ? Даже я надымил. Пукнул. Слышите, я иду к вам. Это чё за звук? Уходи. Не могу подойти, свет включили. Заглядывают в окно, чё там смотришь? А ты чё смотришь? Привет. Так, надо взять аниматроника, который может под полами пройти к вам туда. Чего? Будет нормально сейчас. Запилим вам. Так. Я не могу, да, открывать двери ваши или могу? Жить можешь через стену? Нет, это не та, это на всем карте, на это я не могу открыть почему-то. Так. Знаете что, а есть у вас это оружие электрошокер? По-моему, есть, да. Можете электрошоком меня фигачить, так будет честно, типа я аниматроник сбилась у меня программа, и вы можете электрошоком. Когда бьете, я начинаю чиниться. О, мы можем такую рубрику записать, кстати. Но лучше не раскрывать все секреты. Да, у меня миллион идей постоянно. Если вы сейчас найдете электричество, то мы реально, наверное, запилим. Я помню, что у нас была щекоталка или кто-то, но это, наверное, было в другом паке. Не, она... это физган. Ага, у тебя есть? У нас есть? Да, есть. Там просто порыться в одной папочке. Надо, чтобы вы открыли это, свет отключили, не могу подойти. Он меня бьет. Окей. Я хочу проверить, не могу, видишь, нажать. Ого.
Это что, ты дверь поломал, что ли? А, нет, я думал, дверь разломал. Так, не открывается. У нас они железные. Не хочет открываться. Я иду, пацаны, иду. Не надо. А я иду быстро. О, сейчас буду классные звуки издавать, другой, смотрите. Ну, хватит. Как вам такой звук? Димас, а там дверь открыта. Ой, блин, я думал, она открыта. А зачем ты обманул, что она открыта? И сюда не открыта. Ты обманул меня специально. Сперва она была открыта, потом я закрыл. Ой-ой-ой, голова наоборот. Звук такой, как Battlefield, когда бежишь с мундированием. Не могу, я хотел через окно бомбы взорвать. Да не ты, поехай, ни звуки не издаю, ничего. Так, возвращаемся назад. Слышно, Фликс, как я иду? Громко? Свет включил. Услышал меня, что я иду. А я все равно иду. Ах ты, блин, иди сюда. Я же добрый аниматроник. У меня всего 100 тысяч жизней. Зачем мне столько жизней, если я беспонтовый? Опа, бомбы, бомбы. Надо валить. Пацаны, давайте я сейчас возьму аниматроника, у которого мало жизни. У вас будет шанс его убить. Давайте, я возьму аниматроника, у него 750 жизней. Так вы бомбу мне на бошку приклеили. Одну. Взрывайте ее. Давай, возле окна как раз. Бахай. Ну? Ой, я вижу, я же смотрю, вот. Моя челюха. Блин, я застрял. Взрывай. Не взрывается? Я тогда двери буду удалять, если вы не этот, не взорвете. Так, с другой стороны зайдем. Хорошо. Все, у вас с одной стороны дверь поломалась, надо вам теперь контролировать ее, прогонять меня. Ты, блин, офигачил меня, а чё так бомбы далеко? Пацаны, смотрите, где я, где бомбы? Вам видно бомбы, смотри. Чё за баги? Так не должно быть. Чё? На тебя. А ты чё смотришь? Маски нет на лице. Бомбу нацепили. Чё не взрываете? О, вот что я хотел. Нифига себе, вы друг друга убили. Ой, чё-то я теперь забагался. Я думал, лампочки подлетают. А я иду, иду на работу в пиццерию. Песенку не пел тысячу я лет. Вот пацаны забаррикадировались, еще и молчат. На тебе за то, что ты молчишь. Нельзя выходить. На тебе еще раз. Я теперь тут хозяин. Ах ты, блин. Хорошо, сейчас, сейчас, пацаны. Я хочу посмотреть, что вы будете делать. Так. Эй! Уйди отсюда! А вы тут появляетесь или нет? Все, вы не тут появляетесь. Как вы попадете вовнутрь? Так, возьмем аниматроника. Вот я аниматроник. Давайте, заходите вовнутрь. Никого нету. Эй, двери. Никого. Слышу бегать кто-то. Вот-вот-вот, убийца ходит. Что ты мне сделаешь? Ты мне ничего сделать не можешь. Пошел, 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 ушел. Пошел туда. О! Эй, ножиком штрикаешь. Так, камеры не переключаются, да? Их тут вообще нету. Ходит, ходит. Ничего не может сделать. Давай, убей меня, щенок. У тебя не получится. На тебе. Нельзя здесь никому появляться. Вот, 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 я вижу, я вижу. Че ты мне? Все,
В заложниках у меня, не? Если успел закрыть. Ты не успел зайти. Ого, ого, фигачит. О, это что-то было электрическое уже. Кстати, даже жизни отнялись через стекло. Это ж незаконно. Тихо, тихо, тихо. Не попадает. Не-а. Кстати, знаете, что меня может убить? Монетка. Монетка замочит. Ой, ой. Я пошел. Так. Сейчас возьму такого, который будет их бить на расстоянии, чтобы они не подошли. Так, так, так. Вот. Базавр. Давай, замочи меня в этой комнате темной. Зайди и убей меня. Так, пошел. Так, в комнату стреляет. Давайте, я в комнате сижу. Мочите, мочите. Уже попадаете. Меня там нету. Не получилось, пацаны, да, что-то? Вот я. В темноте. Офигеть. Не получилось, а? Давайте здесь. Тут хоть свет есть. Ого. Давайте, замочите. Есть, попал. Хотя на рандом стрелял полностью. Что-то взорвалось, но меня не убило. Давайте, хлопцы. Это могу штуку открыть? Ой, не могу залезть. Привет. Эй, дверью зажал. Так нечестно. На. Не, оно вообще жизни не тратит. Ой, это было жестко. Сейчас я, пацаны, вам сделаю. А я живой, меня такое не берет. Короче, пацаны, аниматроники выиграли. Вы сегодня очень слабое звено. И хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это сейчас.